деревне дом, полы разбирать. Деревне дом купил? Да. Полы разбирать. Да. Да. Нашел, ну, такую. А как случится, а? Держи, да, так это. Я просто не знаю, я так в интернет смотрел. И что там говорят? Ну, там разные цены, там, сами понимаете. Ну, мне всегда папа... Мне всегда говорил папа... Дайте ты человеку договорить-то, блядь. Не знаешь свое дело, езжай к тем людям, которые знают. Я в интернете посмотрел адрес, и все в интернете пишут, что надо ехать именно вот сюда. Ну, большая часть людей. Что за монеты, не знаю. Представляют они ценности или нет, я тоже как бы не знаю. Но хотелось бы узнать, если они не представляют ценности, то, соответственно, я их оставлю как сувенир. Ты был бы миллиардером, я имею в виду, вот это было бы все настоящее, ну, хотя бы половина. Это все копии? Ну, конечно. Даже не серебро это. Ну, как бы мне вот за эту сказали, что, мол, ну, я не знаю. И вот еще. Да, высыпи, высыпи. Я просто не знаю тоже. Эти вот какие-то прям совсем новые-новые. А вот это вот я ходил в этот, как его зовут, ее чиркнули, сказали, что типнул золото. Но я не уверен. Вот сейчас, когда ты его вернешься, кто это чиркнул туда? Что-то? Кто сказал, что это золото? Ломбарди обычно. Вот ты ему, когда придешь, передай от меня. Я вам. Хорошо, ага. Передам. Значит, вы испортили монету, которая стоит 200 тысяч долларов. Да, 20 всё. Миллионов минимум. Что мы уже не можем? Это не настоящее все, это даже не золото, ничего. Вообще это шляпа, короче. Шляпа, это, да? Фигня, да? 30 рублей вот это каждая штучка стоит. Может, тебе клей? Пару штук на память приклеишь добровольно, не хочешь? Давай, приклеим. Вон туда. Подожди, давай. Вот красавчик хоть. Ну, царицу-то не будем портить, вот так. Ровно поставь, ладно? Хорошо. Вот человек, видишь, хоть один, видишь, мало таких людей, кто добровольно, так сказать, ну, где, есть... там, где по кайфу приклеит. Все, остальное храни. Все, он никуда не денется. Красава. Остальное храни. Ну, просто я поэтому и приехал, чтобы узнать, ну. Да, ну, это ничего не представляет. На, пакет. О, спасибо. Это нирвана точно. Взорвался. Такой вес-то хрен выдержит там. Детям. Ты знаешь, сколько стоит настоящая, ну, бесценная штука? Вот это я видел, там что-то от 100 тысяч. Вот это можно? 100 тысяч рублей? Да, типа. Ну, какой-то он 25 миллионов стоит и чего? Ну, я не специалист, поэтому, понимаете, я поэтому и приехал, чтобы понимать. Самое главное, что ты это не купил, это правда. Нет, я это не покупал. И слава богу. Это вот нашел. Решил приехать посмотреть. Все, ну, представляют они ценность. Нет, детям на память, значит, доставлю. Я очень рад, что все нормально. Узнал, что это. Ну. Все, удачи. Главное, никому не продавай. Не продавай, и все, и как настоящий. Оставь. Ну, никого не обманывай, да? Да нет, я поэтому и приехал, чтобы узнать. Представляют ценность или нет. Удачи, друг. Жалко, конечно. Спасибо. К сожалению. Спасибо. Пока.